Добрый день. В эфире Ирявом ТВ. У нас в гостях директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян. Добрый день, Александр Максович. Спасибо, что приняли наше приглашение, пришли в нашу студию. Александр Максович, недавно по РИА Новости была информация о возможной встрече глав трех государств. Потом эту информацию опровергли. Считаете ли, что это был случайный сброс? Нет, это не случайный сброс. Встреча глав будет. Я не знаю, когда она будет. Я не знаю, будет ли она через 3 дня, или через месяц, или через 2. Но она, несомненно, готовится. Несомненно, там есть пакет, который подготовится к этой встрече. Собственно говоря, ну, понятно, невозможно, чтобы ее не было. Представить себе, что встречи армянского и азербайджанского лидеров теперь не будут происходить, никогда невозможно. У Азербайджана и Армении есть некий пакет вопросов, которые должны решаться, по крайней мере, на Армению оказывается давление с тем, чтобы они решались эти вопросы. Представить себе, что эта встреча может быть наедине без какого-либо посредничества, тоже чрезвычайно сложно. Представить себе, что это посредничество будет не российское, а какое-нибудь другое, тоже чрезвычайно сложно. Соответственно, эта встреча обязательно случится. Когда она случится? Случится ли она 9 числа ноября? Нужен ли такой символизм, чтобы это было прямо вот в день подписания соглашения, например, армянской стороны или нет, это вопрос второй, но, на мой взгляд, не очень интересный. Но что готовится что-то такое, да, я думаю, что это так. А с какой целью вот эта информация была распространена? Чтобы подготовить народ, посмотреть реакцию, ведь там было написано, какие пункты будут также в этом заявлении рассматриваться, там делимитация, демаркация границы. То есть хотели посмотреть реакцию населения? Или вот опять же, да, во-первых, ну, есть люди в Армении или в Азербайджане или где-либо еще, которые интересуются этой проблемой, которым надо сообщать, о чем будут разговаривать сейчас стороны. Есть люди, которые полагают, что Азербайджан и Армения, армянские и азербайджанские лидеры встретятся и будут обсуждать, я не знаю, перспективы полета на Марс или климатические изменения в Антарктиде. Понятно, что будут обсуждаться те вопросы, которые являются важными и серьезными для этих стран, а именно вопрос конфигурации границ и вопрос дорог, коридоров. То, что является предметом давления Азербайджана, и то, что является предметом, ну, попыток найти формат какой-то для Армении. Почему оказалось это в прессе? Ну, одно из двух, либо это, так сказать, действительно прощупывание общественного мнения, хотя, по-моему, в общем, более или менее власти чувствуют себя способными проводить некоторые форматы. Да, это показывает вот вся история последнего года, включая выборы. И, ну, естественно, оппозиция действует против этого, соответственно, раскручивает эти сюжеты для того, чтобы противостоять такого рода развитию. Все это после 9 числа станет неинтересным, но будет еще какое-нибудь число, будет еще какой-нибудь день, будет еще один какой-нибудь повод. Потому что, повторюсь, важна не информационная шелуха, важен не вот этот вот шум, да, который идет из медиашум. Важно то, что готовится явным образом соглашение, и рано или поздно в виде заявления, в виде дорожной карты, в виде какого-то варианта развития оно будет принято. Это, собственно говоря, единственный постконфликтный пункт, который отмечался в соглашении от 9 ноября прошлого года. Это пункт о дорогах. Все остальное это было приостановление огня, да, фактически. А вот то, что касалось коммуникаций,
Это был единственный пункт, который говорил о том, каким образом будет развиваться. Этого хочет Россия, этого хочет Запад, этого хочет Азербайджан, этого хочет Турция. В том варианте, которому им выгодно, да, немножко отличаются там подходы. Ну и Армении, я думаю, деваться некуда. То есть идет этот процесс. А раз он идет, то к чему-нибудь он доприведет. О внутриполитических развитиях сейчас, опять же, ближе к 9 ноября, оппозиционные партии заявили о том, что они восстанавливают свои уличные движения, протесты, они будут требовать свержения Никола. Считаете ли вы, что это будет каким-то серьезным движением, которое реально может привести к свержению власти? К свержению власти до 9 ноября? Нет, не считаю. Ну, не до 9-го. Вот это вот движение какое-то получит такое развитие, что приведет к смене власти. Ну, в Армении вечных властей не было еще. Мы не Азербайджан, слава Господу великодушному, и не там, я не знаю, не другие страны постсоветского пространства, в которых лидеры по 40 лет сидят и меняются по медицинским причинам исключительно. И там монархии у нас нет. Ну, мне пока трудно представить, что следующим лидером Армении лет через 40 станет Ашот Пашинян. Да? Ну, другие традиции, не так это у нас в политической. В политических реалиях. Посему, я думаю, что смена власти рано или поздно в Армении произойдет. Но что она произойдет в ближайшие месяцы, нет, мне так сложно считать. Дело в том, что понятно, что власть может меняться и на улицах. Так было всего 20 небольших года назад, да? В революцию 18 года. Но для того, чтобы это стало возможным, оппозиция должна быть единой, достаточно гомогенна, то есть все вместе настроенной на такого рода сценарий, и, наверное, не то есть в самом главном, да, она должна обладать ресурсом этим. То есть, ну какой это ресурс? Это ресурс достаточно для того, чтобы вывести на улицу там 500 000 человек, и чтобы эти 300 000 человек, и чтобы эти 300 000 человек были достаточно мотивированы, чтобы стоять на этой улице там месяц. Вот такого рода митинговую активность, если раскрутить, то тогда появится серьезное основание думать, что могут произойти изменения типа тех, про которые вы спрашиваете. Я могу ошибаться, но я пока не вижу такого ресурса. У власти это показывали митинги перед выборами. Оппозиция набирала десятки тысяч. Десятки тысяч людей было и немало, да, но там 10-20-30 тысяч человек на улицах, да еще не в таком формате, когда оно по экспоненте увеличивается, расширяется, охватывает массы и становится там почти всеобщим мнением, да, и пассивная поддержка довольно серьезная бывает. То, что было в 2018 году. На это я пока не вижу ресурса. Повторюсь, я могу ошибаться, но я думаю, что в ближайшее время такое ожидать вряд ли стоит. А если нет, то зачем, собственно говоря, власть будет на это идти? У нас же выборы были, и на выборах эта власть релегитимизировалась. То есть они получили бюрократическую легитимность. Ребята, нас выбрали. Нас выбрали после войны. Второй раз после того, как вот все те изменения произошли. Что с этого момента изменилось и каким образом, что произошло для того, чтобы ситуация развернулась обратно. Я пока такого не вижу. Но разворачивать митинги, пытаться перевести в плоскость вот дискурса о смене власти, оппозиция явно пытается. Посмотрим, как будет получаться. Это будет не акт, это будет процесс. Не армянам это рассказывать, которые привыкли к тому, что уличная активность у нас почти практически постоянная часть политической борьбы.
На недавнем Валдайском клубе, членом которого вы также являетесь, Владимир Путин заявил, напомнил в очередной раз, что урегулирование ситуации на армяно-азербайджанской границе невозможно без участия России в связи с тем, что карты находятся в России. Он также говорил о взаимных компромиссах. О каких компромиссах шла речь? Возможно ли он, что он имел в виду обмен анклавами, которые вот... Путин сказал это в ответ на вопрос, который был задан иранским участником, господином Саджей. Это была реакция его на вопрос. Это не было собственно его речи. Он говорил о... В общем, вполне, наверное, резонно. Он говорил о том, что представить себе любого другого посредника в той ситуации, когда безопасность, собственно, Арцаха, то есть армянского населения Карабаха, обеспечивается русскими миротворцами, и безопасность границы обеспечивается тоже механизмами, связанными с Россией. Механизмами, я говорю, потому что это юридические механизмы членства в ОДКБ, и то, что российские пограничники охраняют некоторую часть армянских границ, а также механизмы, собственно, военного плана, да, ни для кого не секрет. То, что фактически в последнее время идет расширение российской военной базы на юг. Все больше и больше российских военнослужащих присутствует в Сюнике, и то, что происходит на границе, это в огромной степени обеспечивается благодаря российским военнослужащим. Предположим, ну вот, та самая дорога, по которой, да, приходится проезжать, тот кусок, который контролируется не вполне армянами, так бы я сказал, да, то есть не вполне, потому что, ну, с одной стороны, там есть армяне, армянские военнослужащие, тоже, с другой стороны, там азербайджанцы и русские, и так далее. В этой ситуации представить себе какого-нибудь другого посредника довольно сложно. Это сказал Путин. Далее он сказал о том, что, то есть, что означает демаркация, делимитация. Да, никакой демаркации, делимитации на самом деле сейчас там не происходит. Это я все время не устаю об этом говорить. Почему-то ваши коллеги в Армении это так называют. То, что процесс, когда вооруженные люди заходят на территорию соседней страны, занимают какой-то участок и говорят, не уйдем, это не делимитация, это другой процесс. Делимитация – это процесс переговорный. Это то, что у нас происходит с Грузией, например, уже 30 лет. Да, у Грузии с Азербайджаном, ну и так далее. Да, когда стороны садятся за стол и решают о том, каким образом будет делимитирована, а потом демаркирована граница. Демаркация – это когда уже приходят специалисты, буквально по каждому метру устанавливают, вот, где, в какой стране какой куст, какой ручеек, какая высотка, какой дом, какая деревня и так далее. Это сложная, долгая работа при условии благоприятных отношений между странами. Вот у нас с Грузией примерно на две трети демаркировано, за 30 лет делимитирована, извиняюсь, граница. У Азербайджана с Грузией, например, есть огромные проблемы тоже. Да? Там монастырь есть, Давид Гареджи, который служит таким предметом разногласий и так далее. Тоже не долимитированной границы и так далее. Вот Путин говорил о переводе процесса из процесса военных акций в процесс переговоров. Переговорный процесс так выглядит, когда люди сидят за столом переговоров, а что, по-вашему, они обсуждают? Они обсуждают, вот, где будет находиться вот этот куст, вот эта дорога, вот эта высотка, вот эта речка, как удобнее, вот если армянам удобнее здесь, а азербайджанцам удобнее здесь, то можно вот это поменять на это, вот таким-то образом построить, вот таким образом поставить, тут-то соглашение заключить и так далее. Путин фактически говорит о начале этого процесса. Другое дело совершенно, как этот процесс будет проходить. И тут у меня мнение, понятно, сильно отличается от того мнения. Ну, не у меня, а армянский интерес с российским интересом тут, мягко говоря, не полностью совпадает. Да? Русским нужно, чтобы была граница, чтобы она была более или менее
признана обеими сторонами, и чтобы она была более или менее безопасной или с пониженными рисками. Потому что с повышенными рисками им приходится иметь дело с самим. Это забота, это головная боль, которая есть у России. Когда входят азербайджанские войска на территорию Армении, их встречает какой-нибудь сельский староста или пастух, или мимо проходящий человек. Да? И возникают проблемы. Да? И призываются русские для того, чтобы разбираться вот с этими всякими проблемами, которые возникают. Поэтому русским нужно, чтобы граница была спокойная, безрисковая и какой-то более непризнанной. Где будет проходить эта граница? Русским все равно. Армянам нет. Азербайджанцы давят. А у армян нет ресурса отстаивать. Это второй вопрос. Но то, что Путин говорит о том фактически, что давайте этот процесс мы переведем из процесса стрельбы или матюгов при отталкивании людей. Все мы видели ролики, да, такого рода. В процесс переговоров. Вот что он говорит. Как это будет, это, повторюсь, второй вопрос. И далеко не так оптимистично звучащий, но такой. Что касается карт Генштаба, ну, это фигура речи такая, конечно. Ну, мало где находятся карты, что за проблема карты передать кому угодно, и как можно на картах Генштаба строить границы государств, не вполне понятно. Но тут было сказано, в общем, довольно четко, что это будет делаться при нашем участии, потому что больше никак это делаться не может. Вы сказали по поводу открытия коммуникации, что сейчас это нужно, выгодно и России, и Западу, и Азербайджану, и что вот это давление есть. Но при этом появился в последнее время, более активизировался фактор Ирана. В связи с этим, вот, как выгодно Ирану, потому что Иран тоже поставил свои красные какие-то вот нити, границы, что вот там... Ему невыгодно, чтобы там изменялась конфигурация. Это не нужно и выгодно. Это нужно отчасти Западу и России, что от этого получится какая-то большая выгода. Нет. Выгодно это Азербайджану и Турции. То есть речь идет о коридоре. О коридоре, который будет идти... Ну, когда Азербайджан говорит... Сейчас договорю, да, извиняюсь, сам себя перебил. Когда Азербайджан говорит, что мы хотим открытия дорог, он же не говорит, что мы хотим открытия всего. Открытие дорог означает, что завтра можно будет проехать из Армении через Дилиджан и Дживан и Баку в Махачкалу, предположим. Или сможет ли армянский бизнесмен завтра погрузить на свой трак, я не знаю чего, там персики и повезти их продавать в Ставрополь через Азербайджан. Ну, очевидно же, нет. Да? Азербайджану нужна конкретная вещь. Ему нужен коридор Мехринский, то есть ему нужна дорога из Азербайджана, даже не в Нахичеван, не из западной части Азербайджана, Нахичеван, а в Турцию. Это то, чего они добиваются. И добиваются они того, что речь идет о железной дороге, пока, по крайней мере, добиваются они того, чтобы эта дорога обладала бы принципом экстерриториальности, то есть чтобы ее охраняли, ну, скажем так, не армяне. Но, видимо, поначалу были разговоры о том, что турки, ну, сейчас, видимо, все идет к тому, что это будут русские. Ну, понятно, да, с турками сложнее все гораздо. Вот что нужно Азербайджану. Он это называет коридором и правильно называет, потому что в мировой практике такого рода путепроводы, которые охраняются не и обеспечиваются безопасность не обычными мерами той страны, в которой есть, то есть вот граница, виза, таможенные документы, страховка, проезд и так далее. А когда это обеспечивается какой-то экстерриториальной силой, это называется коридор. Ну, в Армении это не будут называть коридор. Ну, Азербайджан это будет называть коридором, Армения это будет называть путем, тропинкой, дорогой, я не знаю, чем угодно. Ну, вот о чем идет речь. Значит, проект это политический, он не экономический проект. Никакой, чтобы там кто ни говорил. Дорога из, железная дорога из Азербайджана в Турцию есть. Она называется Ахалкалаки-Карс.
И она по-настоящему не действует, там возить, в общем, нечего особенного. А то, что из Азербайджана в Турцию реально то, что нужно, то, что выгодно, то, что экспортируется, это газ и нефть. Это Баку Эрзурум, Баку Джейхан. И это действует, и для этого никакая Армения не нужна. Это действует через Грузию, никто из газопровода строить не собирается. Это политический проект. Для того, чтобы этот политический проект пробить, оказывается давление. И ресурсов для того, чтобы сопротивляться этому давлению у Армении мало, мягко говоря. Иран. Конечно, Иран не могут радовать все те изменения, которые происходят в регионе, начиная от войны. Ведь, понимаете, на самом деле ведь все, что должно было произойти, оно произошло до 9 ноября прошлого года. Война завершилась так, как она завершилась. Сейчас происходит оформление военной победы. Азербайджан вырывает у Армении все то, что он может вырвать максимально, забирает от кусков границы и дорог до коридоров. Дороги, я имею в виду, которые идут из Армении в Армению, а Азербайджан занимает их куски какие-то, да, до вот коридора. И это повлиять на это по-серьезному Иран не может. Они пытались некоторым образом выразить свое отношение. К этому была целая серия перепалок и заявлений Ирана азербайджанских по этому поводу. Были и проблемы, которые были on the ground, как англичане говорят, на земле, собственно, то есть вот физически, которые происходили. Это там аресты этих самых иранских шоферов, это остановка иранских автомобилей, непропуск и так далее, то есть ситуация была напряженная. Но по-серьезному в том тандеме, который есть, Азербайджан, Турция, да еще и то, что в принципе это открытие дорог поддерживают и русские, Иран вряд ли сможет каким-то образом право вето на это наложить. Там пытаются выработать какие-то модели, при котором и Ирану будет доступ. Как это будет, я не знаю. То есть будет ли это мост, будет ли это какой-то специальный способ проезда, будет это или это нечто вроде так называемого Лачинского коридора. Это возможно по-разному, явным образом этот переговорный процесс идет, и идет очень интенсивно. Если мы ждем какого-то документа, то этот документ, скорее всего, будет чем-то вроде заявления о начале процесса. Это же не будет дорогу строить еще, да, там же нету этого ничего. Но процесс двигается, и Иран, я не думаю, что может помешать по-серьезному. В том, что из Азербайджана в Нахичеван тоже есть дорога, она идет через Иран. Через Иран азербайджанские траки, машины, люди и так далее. Никаких проблем с тем, чтобы проезжать. Вот эти все разговоры о бедном Нахичеване, который там умер в изоляции, это все тоже медиашум. Туда дорога есть, она идет через Иран, Азербайджан прекрасно туда ездит. Понятно. В регионе активизировалась также Индия в последнее время. Вот были встречи на высшем уровне, и также сейчас ведутся разговоры о создании вот такого вот нового пути, который свяжет Армению, Индию и Иран. Насколько это вот перспективное вот такое направление для развития? Разговоры эти, конечно, мало чего стоят. Вот это вот то, что огромные путепроводы идут из Индии в Европу, и без Армении тут никак не обойтись, ее никак не обойти, и мы представляем для этого гигантскую ценность. Это все досужие разговоры. В принципе, давным-давно пора армянской дипломатии перестать жить где-нибудь в Атлантическом океане между Лондоном, Брюсселем, Вашингтоном и Санкт-Петербургом, и пытаться работать на остальной мир и видеть то, что происходит не только в вожделенной Европе или там, я не знаю, далекой Америке, да? Есть для этого возможности. Армянская дипломатия не всегда была успешной в этих возможностях. Это и Индия, это Египет. Очень мощная страна,
в арабском мире, которая имеет немалое значение для нашего, для региона Ближнего Востока, который очень близок. Это Китай, конечно, это Япония. Есть много неотработанных направлений, при том, что мне кажется, что необходимость этого есть. И то, что происходит такого рода контакты с Индией, с одной стороны, это и отчасти результат того, что пытаются это делать с армянской стороны, отчасти результат специфики индо-пакистанских взаимоотношений. Пакистан – это страна, которая впрямую поддерживает, ну не так, как Турция, но вот в открытую поддержали Азербайджан фактически вот в этой вот войне, дискурсивно, я не имею в виду остальные вещи, да, ну, нас, кроме Турции, которая поддержала военными методами, да, я могу назвать, пожалуй, только Пакистан и Украину. Причем, ну, с Украиной там своя специфика, и не так это было выражено, а в случае Пакистана это так вот выражено. А повторюсь, у Индии с Пакистаном сложные взаимоотношения. Кроме того, ну, в общем, конечно же, развитие путепроводов – вещь, правда, нужная и важная. И как эти путепроводы пройдут, это серьезно. И при то, еще при том рельефе местности, при которой на самом деле гораздо легче этот путепровод строить по побережью Каспийского моря через Азербайджан, конечно же, да? Если не испытываешь политических проблем. Там, и там тоже не получается. Мы видим, да, что деньги не выделяются. А у нас там не выделяются. А у нас это сложнее по проблемам, во-первых, связанных с рельефом, а во-вторых, связанных с тем, что грузино-российская граница – это проблема тоже. Да? Но это можно и нужно делать. Другое дело, что я совершенно не думаю, что это нечто, что можно вот так вот по одному заявлению или там по каким-то журналистским. Ведь то, что есть сейчас, это журналистские тексты, на самом деле, больше ничего серьезного. Что это может вот так быстро развиться. Но работать в этом направлении надо. Работать в этом направлении надо уже было лет 20 назад. И первое, что надо в этом деле делать, это не читать индийские газеты, а построить дорогу, которая называется «Север-Юг» от Мегри до Бавры. Вот если она будет готова, а если еще у грузин какая-то часть, а именно Адыгея и Батуми, будет готова, то тогда можно будет поговорить с иранцами о серьезном подключении к иранской сети, а дальше, может быть, будет перспектива с Бандер-Аббасом, почему только у индийцев, у многих других тоже. Но сейчас говорить об этом, по-моему, не самое мудрое времяпровождение. А работать надо. Хорошо, спасибо. Спасибо большое вам за интересное интервью. Спасибо вам.